один ребенок в семье – это уже большая ответственность. А когда их трое, четверо, пятеро или семеро – это действительно настоящий подвиг. Глава муниципалитета Андрей Иванов вручил медали «Материнская слава» Одинцовского городского округа и денежные сертификаты 34 мамам округа. Награду удостоились многодетные мамы, которые достойно воспитывают своих детей и сохраняют семейные ценности и традиции. Государство вас ценит, государство гордится вами. Я хочу, в свою очередь, пожелать вам счастья, благополучия, конечно, здоровья и мирного всем нам неба над головой. Ольга Старова – одна из тех, кто сегодня получил медаль «Материнская слава». Она воспитывает семерых детей. Младшему из них 3 года, старшему – 30 лет. Я чувствую, если честно, гордость. Гордость за своих детей. Они участвуют в различных мероприятиях школьных. Они являются членами российского движения школьников. Мы поддерживаем нашу военную операцию, стараемся помочь раненым, стараемся собираем помощь бойцам. У меня дети активно принимают в этом участие, пишут письма, рисуют рисунки. Мы носили в госпитале, они у меня помогали мне. Награду учредили в 2019 году и вручают ее, приурочив к празднованию Дня матери в последние выходные ноября. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».